Приветствую, друзья. Вот если ты проснулся неожиданно из сна, еще не вышел в состояние бодрствования, то ты вдруг там заметишь, что в одно мгновение проходит целый кусок жизни. А это мгновение, а это кусок жизни. Ну как это бывает? Ну значит, такой биоритм мозга в этот момент, когда вы спите в сновидении. Такая частота смыкания, размыкания нейронных связей. А если в этот самый момент, в нулевом состоянии, безмятежности, когда вы еще не проснулись, вы вдруг вспомните какой-то волнующий вас вопрос, он мгновенно обрастет потоком ассоциаций, помогающих решению этого вопроса, как сон, миллион бесплатных помощников. Эти ассоциации связаны с этой темой. И у тебя вдруг открывается понимание, что и как надо делать. Вот, друзья, в сновидении, в нулевом состоянии, которое я назвал потом состоянием нулевым, которое Будда называл тысячи лет назад нирваной, и состоянием потока, где твой вопрос волнующий обрастает помощниками ассоциации из подсознания. Вот сейчас мы будем делать вебинар, и там будет и как работать с техникой подсознания, и как решать волнующие вопросы, и как открывать свои творческие качества, которых вы даже раньше не подозревали. Да, друзья, до встречи.